Ну ладно, все, продолжаем. Вытащила творог. Вот, накрошила этот лук. Наконец-то. Наконец-то. Сейчас сюда его брошу. Да, все-таки надо сюда зрители будут падать, и все. И ты не будешь есть. Ну да, я зомби. Сюда нельзя ходить от Лапшу позже закину, пусть еще постоит, я ее в самом конце, потому что она очень-очень мягкая и быстро приготовится. Так, что я хотела сюда с творогом? Из этого творога я сделаю сырники, а сюда я просто добавлю соль и укроп. И укроп. Видео и укроп, а укропа-то и нету, блин. Я думала, у меня много укропа, и его уже, оказывается, мало. Мне так нравится. Раньше вообще не нравилось. Прям не могла я так соленый творог есть. Ну, как его люди едят? Сейчас нравится. Сметанки можно добавить еще. Успокойся, успокойся. Если у вас красная, приди в себя, заорал. Очень-очень вкусно. И, естественно, домашний творог. Очень вкусно. Ладно, это убираем. Все, занимаемся этим. Чистая ложка. Чистая ложка. Так, здесь раз творога много, я положу, наверное, 2 яйца. Классно, квас. Квас это класс. Я тачку приделала. Зачем? Красивая? Да, красивая. Тоже вот ума нету взять обложку разбить. Давай без толчи. На фиолетовую. Нет.
Ух ты, как вкусно, плакал. Ванилин у меня вроде бы должен быть. Ты чего? Ты поводить не уже, да? Это ты хочешь на встречку едешь? Ну, он у меня опять кристаллический, думаю, ничего поделать. Немножко кристалликами, не пудрой. Ой, ну, ладно. Визуры, пожалуйста. Мне интересно. Так, ну все, продолжаем. Мне опять звонили. Ой. Добавила муки. Думаю, будет этого достаточно. Что у меня здесь? У меня здесь творог, сахар, ванилин, два яйца, мука, ну и все. Ну и все. Вова, потише сделай. Аня, смотри, у тебя в магазине что там творят. Ну ладно, у меня уже все сковорода стоит. Только начнешь что-нибудь снимать, кто-нибудь да звонит. Как таблетки, так, ой, таблетки, котлетки, таблетки. Ага. О, вот, побить да. Их немножко. Ага. Часть, да, почти. Это муки обвалять. Красивенькие, какие. Какие красивые. Ты все адрес должен помнить. Мы с тобой сколько его учили уже. А, я забыла адрес. Вспоминай. Забыла. 50-й адрес. Шанхай. Свободного. Шанхай. Свободного. Свободного. Труда. А свободного труда. Сколько? Труда 9. 9. Надо все постоянно повторять. Быстро все забываешь ты. Блин, сгухи нету. Сгухи нету. Нет, вы что орете там? С ума сошли, что ли, все? Вова, что там с котятами происходит? Нет, вы что, кукуш, что ли? День, ну-ка! Ты что их бьешь-то? Вот всегда одиночек.
Нюха их бьет уже. Даже нюха их бьет. А это еще нюхи. Нюха тут главный. А что? Это копилка. Копилка, да. Надо мне в Галамарт заехать, там, наверное, вот эту сетку посмотреть, или где она продается на двери. У меня два пистолетика. Вова, посмотри, двери закрыты, нет? Двери нет. Закрой, пожалуйста, опять налетели. Голос, спаса нет, 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 всяких, от всяких живностей. А это чьи? Откуда взял? Не надо там ничего трогать. Они мои, кстати. Это настоящие пистолеты. Так, дети, на улицу, на улицу. Вас уже много. Вова, давай мы сейчас с тобой поедем уже. Все, хватит. Мы поедем. Данила нету, Даня ушел уже. С кем ты будешь дома? Нет. Вова, перестань. Тимур, пока. Смотри, что. Тесто не туда и не сюда остается. Не туда и не сюда. Ой, Данька, я думала, ты ушел уже. Так, что за это, со сгущенкой потом съездишь или что? Да, потом. Потом? Ну ладно. Так, ну что у меня там с супчиком моим? Супчанским. О, там и гуси, все. Уронила, прикиньте. Прикиньте, что? Не попала? Да нет, вроде. Царь, лапша царь. Царь думает о людях, написано. А я у нас тебе давай. Ты помнишь? Напополам сломаем. Сломаем дом. Зачем? Пусть они выходят, обидят ее. Они
Все, достаточно, наверное. Давай, достаточно. Достаточно? Да. Да. Уберите в магазин. Да не убирает он в магазине, я могу скрыть деньги туда. Давай. Ты не забыл фото? Нет. Гусёк. Ладно, что у нас тут? Что у нас здесь происходит? Я в деревне. Зараза. Давай, дай беги. Да. Да елки палки. Да. Который последний, нормальный, а первый вот такой. Ой, ну пахнет вкусно. Ну, нормально все. Это потом? На потом? Это убираю. Я, короче, позавчера в магазине-то упала, и прям вот так у меня рука вся болит. Видимо, это хорошо так. Ты вчера опять упала? Позавчера. А? Не забывай. А что, у нас видели два дня только? Ну да, с субботы. Подожди. С какой субботы, с воскресенья? Сегодня вторник. Здорово! Здорово, Леонид! Да, я открою окно, пожалуйста. Нет, вот. Я до окна так плохо достаю тоже. Пошли, пошли. Собака серая, не привязанная. Какой у меня питок? Как? Вот это здесь видно. Заходи. Вот это у меня. Ты не знал, что ты не мог открывать двери? Я знал. Деревянные, не знал. Главное это, почему вот так вот? Она еще даже толком не схватилась, но она почему-то не румяненькая, такая уже сразу же. Такая поджарая. Из-за того, что мука или что? Раз у меня такие красивые были. Вот постоянно, как на камеру готовлю, так все у меня, все три на место. Ладно, пусть постоят немножко. Сколько у меня тут штучек выйдет из остатков? Раз, три штуки где-то выйдет. Ладно, вот их доделаю. Может, вообще, ой, может, вообще в муки не болеет. Какой красивый. Вова, они твой магазин ломают. Магаз сломали весь. Я даже сломал. Кошки только там прыгают, вот я слышу. Нет, вот это еще лучше. Вот. Вот. И что-то еще хуже. Сна, зелень купить обязательно. А ну двойки. А ну двойки. Ну все, вот остаточек я красный сейчас доделываю. Нет, давай, давай ты все-таки берешь в магазине, как и было.
все собрала, по сусекам поскребла. Все, надо убирать эти сырники. Стоит вроде бы уже вообще на шестерке. Куда еще тут? Ты что, мне дала настоящие деньги? Я твои деньги дала тебе. Что? Твои деньги тебе дала. Мои? Ну. Да блин, мам, у меня куча их было. Давай, отстань уже с этими деньгами, блин. Мы вчера с тобой ходили в магазин, покупали газировку. И что, ты их потратил? Часть, да. Часть осталась. Так, я что, все выпечу? А что там? Нет. На, зелень купить обязательно. Вообще классно. Блин, буду сегодня есть. Я сегодня с утра уже кофе навернула с вафелькой, с печенькой. Короче, все сладости, которые были, я все пожрала. Представляете? Ну с чего ты похудеешь-то? Ничего не жрешь, зато сладости наяриваешь. Кофейком запиваешь. Как мне вообще избавиться от этой зависимости сладкой? Не могу, прям реально. Мне кажется, если бы я сладкое просто бы перестала есть, вообще я бы уже похудела. Что за жизнь такая? Сладкое нельзя, ничего нельзя. Все, что классно, все вредно. Все вызывает какую-то зависимость. Сидеть придется, жевать траву. Траву. Расстроенную. Ну ладненько, все, мне пора ехать, там уже где-то Олег уже возвращается. Такой звонит мне, говорит, у него там дела, наконец-то эти клумбы собрался делать. Я говорю, ну надо же, разродился, клумбы собрался делать, не прошло и полгода. И такой мне заявляет, как будто это его инициатива. Так что мне надо сейчас быстро съездить, потом пусть он землю возит. Короче, дел сегодня вечером мотаться. А я поехала по делам. Ну, смотрите, что у меня, какая красота. Давай быстрее, мы сейчас поедем. Кто молодец? Я молодец. Кто молодец? Эльвина молодец. Всем добра, всем пока. Всем приятного аппетита, кто готовил со мной.